Во имя Отца и Святого Сына и Святого Духа. Тебе что, смешно? Верите в Бога? Нельзя не верить, если ты в руках держишь эту книгу. Библия. На, пожалуйста, посмотри. У вас в доме такая книга есть? У меня есть, только на украинском и для детей. Но показать можете? А, я сейчас не дома у себя. Я это все так. Как у меня парализованно сказал, брехуны все. У бабушки за стенкой, а бабушка спит. А как вы к Иисусу пришли? Как вы начали верить в Бога? Тогда слушай внимательно. Только договоримся, чтобы ругани не было. Да, хорошо. Я родился в старообрядческой семье. Я скажу, где я нахожусь. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Мама рассказала, что за смертью есть другая жизнь. И там будет суд Божий, когда мертвые воскреснут. И она сказала, нельзя то делать другое. Курить, пить, материться, воровать, в пионеры вступать. И меня Бог от этого сохранил. Жене женишься, тогда жена, дети будут. А чтобы так вот, как блудливый кобель ходил, этого нельзя делать. Ты в ад попадешь. И меня Бог сохранил, этого достаточно. Но Евангелия не было. Я служил в армии, служил в очень хороших войсках, на важной должности, ракетные войска и подводный флот. Господь меня вывел. И в 23 года уже в армии закончил я, вернулся. И в это время я живу в Барнауле. А уехал в Латвию. Снова на море работаю. И в городе Вентспилс 27 сентября 1962 года в 17:00, когда мне дали в руки Евангелие, я склонился на колени. Теперь Бог мне все открыл. Я впервые в жизни помолился своими словами. И вот уже 57 лет я иду этим путем. И чтобы в это все вам узнать, вы запомните два слова. Игнатий Лапкин. Вы меня найдете в скайпе, я один такой. Если вы зарядите во свете Библии, Игнатий Лапкин, это наш YouTube-канал, большой канал. 17 800 роликов. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить. А? Я верю, что Бог сотворил этот мир. И мы молимся каждый день. Я вот имею возможность свободную. Не менее 7 раз в день и после каждой 100 поклонов. У нас живая связь с Богом. Я что прошу, то и получаю. У меня вышло из печати 38 томов книг. Томов по 752 страницы. И мне Господь позволил, положил на сердце, проехать по стране из Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию, Север и Турцию. И 650 остановок было городов. И сделать подарок библиотекам во имя Бога. Это начальник детского лагеря, основал лагерь детский. Это Бог сделал через нас. Это 48 лет уже. 48 лет. Бесплатно, без помощи государства. Почему? С Богом. Бывает, ребенок наркоман привозят. Через месяц его узнать нельзя. Об нас услышали очень далеко. Прилетела к нам директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннен. Ну, ей дали сопроводительного в Останкинской башне. Она прилетела к нам. И она все увидела своими глазами. Понятно. Вот как. То есть мы верующие. Если вы зайдете на наш YouTube, во свете Библии, YouTube-канал, вы там увидите все это, как у нас молитва идет, как мы работаем, как отдыхаем, как в детском лагере, как занятия как идут. Как ваш канал называется? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Запишите. Наберите его сейчас. Можете написать? Я не могу написать, у меня клавиатура закрытая. Вы напишите мне. Как еще? Мне скиньте, а я скажу, правильно или неправильно. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вы на меня скиньте, я посмотрю, как написано. Во свете Библии, Игнатий, молодец, грамотный. Все правильно. Открывай канал, напиши канал. Канал. Ну, все, мы сейчас зайдем посмотрим. Да. Давайте.
Вот вас Господь послал таких ребят, не пьяные, не раздетые, и нормальные, не ругаются. Приятная встреча. Ну, открылась? Да, все, да, мы пошли. Сколько там, сколько подписчиков? Непонятно. Мы не можем пусть пока видео наполовину и полкана. 43 800. Ну мы сейчас зайдем. Да. Давай, да. И просмотров 43 миллиона. Хорошо. Все. Мы это посмотрим сейчас. До свидания. Да. До свидания. А вот если зарядите. Смотрите, мы пришли в этот Содом, место разврата, чтобы людям рассказать, что есть Бог, который дал закон. И кто его нарушает, тот будет гореть в огне вечном с сатаной вместе. Иисус умер за грехи людей и воскрес. И в это надо верить и покаяться. Вас плохо видно, как-то напополам. Посередке сядьте, чтобы. Сейчас. Если у вас есть, если есть какие-то вопросы духовные. Мы как бы верующие. Молодцы какие вы. Вот жадал Господь утром мне сегодня такие. Умница. Спасибо. Так, давайте скорее записывайте. Я вам дам ключ к нашим сокровищам. Два слова запишите. Каких? Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Есть такая система Skype. Skype. Напиши рядом Skype. Если вы по Skype зарядите, я один, Игнатий Лапкин, на весь интернет. С этой фамилией. Я вам скину материал. Вот у нас есть YouTube канал. Вы можете сейчас набрать. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Попробуйте набрать. Сейчас. Секунду. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это такая редкость, таких девчат встретите, чтобы Библия была. Примерно на 300 человек только один смог показать. Я могу вам кое-что сказать, заботе от вас, девчата. Пошли. Вот, именно так. Я пока не расстались, на будущее хочу сказать. Я очень прошу вас, никогда никому в дом не заходите. Столько воруют, столько пакости творят. Где были, по одной не ходите. 2-3 человека, как вот делают, ну, мусульман. Они быстро через дорогу и домой. Люди озверели, что попало делают. Вы себя берегите и храните. Вот мы строим православную деревню. Если вы зайдете на нас, вот в этот YouTube, вы увидите, как у нас молятся. У меня брат священник, протоиерей. Брат, я в Барнауле нахожусь, Алтайский край, Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. У нас очень большие ресурсы. Я был начальник детского лагеря, свой лагерь сделали, православный. 48 лет практически. Много лет вел занятия в университетах, в школах. Вот три радиопрограммы. Это все на нашем скайпе, это сайт есть. Вот это YouTube, а то сайт. Если так же заряете, во свете Библии Игнатий Лапкин, там найдете все. У меня из печати вышло 38 томов книг. И все они отвечают на вопросы о Боге, о вечности. Вы увидите, какие у нас сестры, какие братья. У нас разводов нету, абортов нету. И вот вы это все увидите, и можете тогда зайти по скайпу и поговорить, побеседовать, вопросы задать. Обязательно надо ходить в церковь. На исповедь к батюшке сходить. Никаких сектантов, перетеков не слушайте. У них крестного знамения нету. Они бритые, и легко, их легко узнать. Угу. У нас девушки, девочки маленькие, все в платках. Два платка одеты полностью, и платье почти до полу. У нас брюки не носит никто из женщин. Потому что Второзаконие 22.5 говорит, мерзок перед Богом человек, который носит женское платье, а женщина мужское, одежду. Поэтому надо все это знать и жить. Жить радостно. Мы себе не принадлежим. Какие у вас вопросы, сестры, есть? Да пока нету. А вы знаете, я студентам, когда задаю, они, вопросов нету. Я говорю, вопросов нет по двум причинам. Первая, все знаешь. А вторая причина, ничего не знаешь, даже вопрос задать не можешь. Вот какой вам лучше изберите? Вы никогда не позволяйте искажать образ, который Бог дал.
Вот мужчина бреется, это блудодейная ересь. Женщина красится. Красится, ногти наращивает, то есть всякая бяка. Ты и так хорошая. Ты посмотри на себя в зеркало, какую тебе Бог дал красоту, глаза, брови, губы. Все от Бога. И скажи, Господи, пусть это все служит для радости. Если уж Бог судит, замуж выйти для мужа. Никуда глазами не поворачивай. Вот у меня дети в лагере, мальчик не имеет права пальцем к девочке прикоснуться, чтобы целомудренно жили во славу Божию, без греха. Неужели ни одного вопроса нет у вас? Ладно, а вот насчет детей? А насчет детей? Абортов нету, воспитывать надо. Вот если вы зайдете на сайт, у меня там я отвечаю студентам, отвечаю на 4124 вопроса-ответа. И отдельно семья. Семья. Как с детьми быть? Как воспитывать? Потому что я начальник детского лагеря, ну, полвека почти. Поэтому у меня опыт непревзойденно большой, огромный. Потому что дети у меня были разных вер, течений, откуда бы ни приезжали. С Канады привозили детей. Надо беречь себя. Если родители есть, посчитать. Без благословения родительского ни шага никуда. Никаких знакомств не заводи по интернету. Все обман. Насмеются и бросят. Если тебе замуж выйти надо, если Господь это усмотрел, Господь усмотрит. Бывает верующий где-то, а бывает она выйдет за семинариста, станет матушкой. Надо беречь себя, не знаю, как это наказать. Вот будет рядом, и вот у меня кто ко мне приходит, если уже солнце близко к закату, я его выгоняю из дома. Иди до дома или оставайся ночевать, чтобы ночью не ходили по улицам. Очень опасно. Воруют, в машины затаскивают, безобразничают. Вы сами себя берегите. Волосы не стригите. Угу. Потому что это ваша краса. Написано ее коса, ее краса. А почему батюшки не могут быть холостыми? Батюшка что? Не могут быть холостыми, у них у всех жены. Могут быть. Если он примет монашество, то может быть иеромонах. Иеромонах, священник. У нас епископы все неженатые, патриарх неженатый. Неженатый это. А вот, ну, и не запрещается жениться. Но если жена у него умерла, у священника, и второй раз женился, то сан с него снимается. Двоеженцев нету. Ну, правила такие, каноны называются, книга правил. Ну да. Вот вы на нашем Ютубе пойдите там, посмотрите, допустим, зарядите дети. Вам будет интересно. Вы увидите, как у нас одетые люди, как на молитве, как в лагере. Ну и всюду и везде. Вы поисковик, уже поисковик сделайте на наш. Вам будет очень интересно. Угу. Вот вы если на сайт зайдете, там у меня 4 тома стихов. Каждый том по 800 страниц. Угу. Ну, мы пойдем смотреть тогда. Давайте, с Богом. Как звать-то? Вика. Виктория, это означает победительница. А вторая? Даша. Анастасия воскресшая. Даша. Тася, Таисия. Так, подожди, миленькая, Даша. Сейчас я... У меня вот. Даша, не Тася, Даша. Даша? Дарья. Даша. Так, минутку, подожди, Дарья. Сейчас я покажу. Я плохо слышу. Виноват, Дарья. Интересно. Сильная побеждающая. Сильная побеждающая. Это то же, что и Валентина. Это, кажется, персидское слово. Персиянка. Ну, сестры, я очень рад, что с вами встретился. Да, мы тоже. Всего хорошего вам. Вы лишний раз тут не сидите, тут что попало показывают. Не развращайте разум молодой. Хорошо. С Богом. До свидания.